что оставил, что запомнил он. Время мчится, будто всадник на горячем коне. Но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается. Thank you.
Молодец, малыш. Стой. Ты пойдешь в школу, но для этого тебе нужна азбука. Сиди дома и не балуйся, а я скоро приду. Сколько раз я тебе говорил, Буратино, не трогай шарманку, она старая. Вот видишь, сломал. Ничего не сломал. Пожалейся у старого отца, ты теперь его единственный опор. Бедный Карло, он так надеялся, что ты станешь его помощником, и вы вдвоем будете ходить по дворам. По дворам, да-да-да. Ага, поцелуй тебе, не смейся над старшими. Так и надоел. Где же папа Карло? Я есть вообще-то хочу. Ну, черт, красотища какая! Да. Эх, Буратино, перестань чертыхаться. Это не доведет тебе до добра. И если ты говорящий, то я должен слушать твою болтовню. Я живу в этой комнате уже 100 лет. 100? Ну и хватит с тебя. Теперь я здесь живу. Послушай, Буратино, чем баловаться, иди лучше в школу. Еще чего, дай мне жить спокойно. А, ну живи, только я за твою жизнь не дам и сухой мухи. А это еще почему? Потому что тебе глупая деревянная голова. Ух ты, старая букашка, дорогашка. Тебя ждут страшные приключения. Жаль для тебя, прольешь ты горькие слезы. По делам, по делам. А что это здесь происходит? Ах ты, дурачок, дядя. Не чмокай, Буратино, когда ешь. Ладно. А это что такое? Это азбука, с ней ты пойдешь в школу. А Сверчок тоже велел в школу ходить. Слушайся его, он мудрый. Папа Карло, а где же твоя куртка? Учись на здоровье, мама. Так значит, ты ее продал? Ну не волнуйся, когда я вырасту, я куплю тебе 1000 новых курток. Слышишь, Сверчок? А, Сверчок, с сегодняшнего дня я стану человеком! Единственное представление, всем на удивление. Берите билеты, все в кассу, все в кассу. Билет всего 4 сольда. И на спектакль приглашают. Там будет множество затей. Я этих кукол обожаю, будто собственных детей. Мы вам покажем представление. Ах, это просто заглядение. Эх, это просто наслаждение. Ух, это просто объедение. Да здравствует наш Карабас удалой, уютно нам жить под его бородой. И он никакой не учитель, а просто добрый учитель. А что, нельзя посмотреть, что ли? Я только одним глазком загляну и сразу в школу. Школа ж никуда не денется. Здравствуйте, почтеннейшая публика. Меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию. Меня будут колотить палкой, давать пощечины. На ваших глазах я получу 33 подзатыльника. Это очень смешная комедия. Здрасте, а я Регин! Ты чего хнычешь, дуралей? Мне грустно от того, что я хочу жениться. На чего мне женишься? Потому что моя невеста убежала от меня. Видали, дуралея? А как зовут твою невесту? А ты не будешь больше драться? Ну нет, я еще только начал. В таком случае ее зовут Мальвина. Или девочка с голубыми волосами. А разве бывают девочки с голубыми волосами? Эй, ты, чего к нему пристал? Что он тебе сделал-то? Да ты кто такой? Это ж театр. Так я вам покажу, какой это театр. Какой мимил? Тебе-то что? А я говорю вам, сеньор, что это глупый и злой театр. Ах, Буратино, ах, Буратино. Да ты кто такой? Откуда ты вообще взялся? Меня выстругал папа Карло. А, так ты из Полена? Да, вы угадали, сеньор. А еще я сделал на радости людям. С таким-то носом? Вам не нравится мой нос? Ну-ка, посмотри на него хорошенько. Ну что, запомнил мой нос? Ты еще услышишь о нем. Какой ты смел, как ты смело дерешься. Ах, Буратино, ах, Буратино. Будет в дом, то детство каждому знаком. Хотя ученый не поэт, но покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите.
поэтому он так везут, все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?